Инкпортус. Инкпортус. Йо-йоу, всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами я, Влад Экпорт. Надеюсь, вы посмотрели первую и шестую часть этого аниме. Если же нет, то в любом случае переходите по ссылочке в описании и смотрите. А что вы будете смотреть? Но называется аниме «Виви. Песнь флюоритового глаза». Невероятная работа. Надеюсь, вы посмотрели с первой по шестую часть, предыдущий ролик, гляньте. Если же нет, то ничего страшного, перейдите и посмотрите, друзья мои. Теперь этот ролик и ссылочка внизу будет на 7 по 13 серию. До самой финальной серии будет реакция. Так что, кому это интересно, кому интересно это аниме, кто-то хочет посмотреть, может, на мою реакцию, ссылочка найдете в описании. Если в ВК нету этой реакции, то значит, скорее всего, ВК не дал нам туда загрузить. Если так, то есть телеграм-канал, и там эта реакция будет. Переходите в телеграм-канал и найдете ее там. 100%. Хаус Дайминг, огромное тебе спасибо, надеюсь, ты посмотрел с первой по шестую, с первой по шестую серию, надеюсь, тебе понравилось, потому что я этот ролик записывал в тот же день, когда записывал и предыдущий ролик вот с приветствием, да, чтобы вы переходили по ссылкам и смотрели, и чекали, так что я не знаю, понравилось тебе, не понравилось, надеюсь, понравилось, черт возьми, я старался, не спал, делал, пилил, вкладывал эмоции и все такое, ну, в общем-то, это все было от чистой души, и мне это очень понравилось. Ну что ж, друзья мои, давайте, до новых встреч, надеюсь, вам понравится моя реакция, переходите, смотрите, все ссылочки найдете в описании. Виви, песнь флюоритового глаза, наслаждение, а не аниме. Я не знаю, там что-то некоторые пишут, что плохое, ни в коем случае не согласен с этим абсолютно, у всех людей разный характер, и, конечно же, кому-то может не понравиться, кому-то может понравиться, но тут всегда тогда делаешь агрессивное аниме, а есть люди, которые любят грустное аниме, делаешь грустное аниме, тем людям, которым нравится агрессивное аниме, не понравится грустное аниме, а кто-то любит серединку, а кто-то любит завышенность, кто-то любит заниженность и тому подобные вещи. Хаус Дайминг, надеюсь, тебе это понравится, надеюсь, тебе все понравится и всем остальным ребятам понравится. Это было мое первое аниме, которое я посмотрел, надеюсь, не последнее. Все у нас впереди, всякое возможно, а может быть у нас впереди ничего, может быть я сейчас поеду на велике кататься и мало ли что может случиться, всякое угодно, да, у каждого судьба, конечно же, разная. Всем приятного просмотра. Надеюсь, вы там положили себе покушать. Всем всего самого наилучшего. С вами был я, Влад Экпорт. Переходите, смотрите, кайфуйте, драйвуйте, получайте эту атмосферу. И на протяжении всего этого времени я буду там с вами и буду дарить вам эти эмоции. До новых встреч, друзья мои. Экпортусом прощаемся. Пау! Хаус Дайминг, спасибо тебе еще раз большое за эту невероятную атмосферу. Целую тебя во все места. Покедова, друзья!